Кстати, о женщинах. Если мы действительно хотим овладеть нашим искусством, мы не должны растрачивать свою мужскую силу на женщин. Не спорьте со мной, старик. Мы должны быть либо монахами, либо солдатами. Еще великий Делакруа говорил: я нашел живопись, когда у меня не было ни зубов, ни дыхания. Запомните, целомудрие укрепляет художника.